сделать отдых комфортным и безопасным. Самарские дезинсекторы начали обрабатывать общественные пространства города от комаров. Объемы в этом году действительно впечатляют. Специалисты уже справились с вредоносными насекомыми на всех очередях Волжской набережной. В завершающей стадии городские парки, скверы и бульвары. Всего в этом году предстоит обработать около 215 гектаров. На следующей неделе работы будут завершены. Внесли коррективы погода, поскольку стояла дождливая погода, соответственно, не всегда можно было проводить обработку. Поэтому немножко сроки были сдвинуты. Работы на обновленной вертолетной площадке в Управленческом тоже подошли к концу. Теперь жители и гости города могут наслаждаться изгибами Волги у подножия Жигулевских гор, не отвлекаясь на вредоносных насекомых. Для борьбы с комарами используют специальные препараты. По истечении 40 минут места, в которых проводили дезинсекцию, становятся полностью безопасными для людей и домашних питомцев. При этом эффективность препарата не снижается. Его химический состав позволяет справляться с комарами еще несколько недель после первичной обработки. Вот эти вот препараты, они где-то действительно держатся месяц. А по истечении месяца вот этого со дня обработки само по себе в природе становится меньше комаров. Этим летом городские скверы и парки будут подвергать только первичной обработке от комаров. По мнению специалистов, этого вполне достаточно для того, чтобы справиться с насекомыми в период их активности. А вот на Волжскую набережную дезинсектором предстоит зайти еще дважды. Следующий этап уничтожения кровососущих пройдет в июле. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.